И там вплоть до, я не знаю, уроки почему там по тату-арту, даже если вам интересно, то есть очень-очень полезный ресурс. Не, Ну, абсолютно. Даже хотел просто заметить, что там относительно по гейм-арту конкретно может не так много, но даже обычные, те же хай-поли, да, ресурсы, туториалы по моделингу и по текстурингу, в принципе, они это примерно то же самое, особенно на сегодняшний день уже. То есть, мне, например,